Я решила уходить из Adopt Me и больше играть не буду. А как же мы, говорит девочку? Не уходи смиренно в сумрак вечной тьмы. Привет, я хотела сказать, что ты мой краш. Видно не судьба, видно не судьба. Подари бомжу Fly и Ride Frost Fury. Вот с этого момента попадаю. Всем привет, друзья, с вами я, Звеняша, и сегодня я буду выполнять задания от подписчиков Adopt Me. Я сегодня такая проснулась и решила, а почему бы и нет? А почему, собственно, и нет? Сегодня открывается новая рубрика, я думаю, она будет очень интересная, и, ребята, вы мне написали очень-очень много заданий. Сегодня мы будем их выполнять и посмотрим, как это все будет. Расскажу вам правила заданий, как я их буду выполнять. Я буду в комментариях выбирать интересный комментарий, показывать вам их, кто это написал, а далее их выполнять. И посмотрим, справлюсь ли я с вашими заданиями или нет. Гоу, начинаем! Поехали! Ну что, начинаем? Читаем первый комментарий. Мельничук Богдана пишет: зайди на обычный сервер и скажи, что ты уходишь из Adopt Me. Ого! И больше не будешь снимать видео. Это жестко. А потом скажи, что это была шутка, и они все видео. Ого, ребята, вот это задание. Ну, давайте посмотрим, как ребята будут реагировать, когда я им буду такое писать. На самом деле, ребята, я никогда не хочу уходить из Adopt Me. Мне эта игра безумно нравится, но задание это жестко. Давайте посмотрим, какая будет реакция у игроков на сервере. Ну что ж, ребята, я тут на сервере сейчас жду ребят, пока они все подойдут. Я хочу, чтобы было побольше ребят, которые смогут зайти. И, конечно, посмотрим их и реакцию, как они будут реагировать. Меня уже потихоньку начинает окружать. И сейчас я им говорю, они пишут: Женя, привет, тут Женяша. Чатик начинает мне писать. Я сейчас им скажу, что я решила уходить из Adopt Me и больше играть не буду. А как же мы, говорит девочку? Не уходи смиренно в сумрак вечной тьмы. Но почему я решила уходить? У меня нету времени. А Петы и мы, Светка пишет. Я решила уходить из Adopt Me и больше играть не буду. Все. Говорит, Женя, но мы тебя все равно любим. Ой, гад. Думай, что любит тебя. Да она не может любить меня. Да я люблю тебя. Нет, говорит, прошу. Девочка пишет, не хочет, чтобы я уходила. Женяша говорит, дам подарок. О, боже мой, ребята, у меня сейчас грустно будет собой. На самом деле, никуда не хочу уходить. Так, ребята, я решила всех пэтов раздать и больше играть не буду. Это правда? Не надо, Женяша. Ребята, такой, мне кажется, если я уйду из Adopt Me, ребята просто будут все в шоке, что я бросила эту игру. Ведь у меня, наверное, самая большая фан-база ребят, которые играют в эту игру. Он говорит, сделай тогда прощальный стрим, раз это правда. На стриме, говорит, скажешь. Я ухожу. Это шутка. Да шучу я. Это шутка, ребята, это шутка. Я никуда не ухожу. Все, я буду признаваться, ребята. На самом деле очень-очень грустно, что я так решила. Тут кто-то пишет, фу, ха-ха-ха, не надо, говорит, так шутить. Женя, ну и шутки у тебя. Так это задание, ребята. Это задание, которое мне дала девочка. Мельничук Богдана. Богдана, привет. Ну это жестко. На самом деле, я пока все писала это в чат, я чуть не расплакалась. На самом деле, мне даже грустно стало, что я могла уйти из Adopt Me. Так что, ребята, не переживайте. Из Adopt Me я никуда не ухожу и не собираюсь бросать эту игру. Вы все видео. Все радуются, в общем, ребята, мне понравилось, конечно, посмотреть реакцию. На самом деле, ну, это жесткое задание, согласитесь. Наверное, многие сейчас испугались, когда я начала писать такое. А мы переходим к следующему заданию. И пишет Даша К. Сделай смешной скин и подойди к какому-нибудь парню. И скажи, что он твой краш. Думаю, со стороны будет смешно. Это легко, ребята. Такое задание мне легко сделать. Так что сейчас я сделаю скин другой и пойду с другого аккаунта искать парня и признаваться ему в своих чувствах. Дима, я тебя очень сильно люблю. Итак, начинаю выполнять задание. Я сделала вот такой скин. По мне достаточно очень даже веселенький.
Так, давайте смотреть, кто тут здесь. Вот тут вот есть мальчик. Артём Венера на питомце. И вот еще мальчик есть. Dream Turtle Fly Ride. У него ник Tic-Tac-U. О, ну, ребята, давайте-ка, короче, ему и признаемся. Привет, я давно хотела сказать, что ты мой краш. Так, ребята, сейчас мы посмотрим, что он ответит. Мы за ним будем бегать. Любимка, иди ко мне. Ребята, он убегает. Почему он убегает? Володенька, когда-нибудь вы сдадитесь, Володя. Иди сюда. Иди, я тебя обниму. Обниму. Сейчас мы на велике сядем. Ребята, он убегает. Я ему сказала краш, он просто начал уезжать. Не уходи, я люблю тебя. Когда я написала в чате, и сразу убежал от меня по всему серверу, блин. Видно, не судьба. Видно, не судьба. Видно, нет любви. Видно, нет любви. А я тут еще одного пацанчика нашла на сервере. Артём Венера, давайте я ему сейчас напишу. Привет, я хотела сказать, что ты мой краш. Что нам Артём, этот мальчик, ответит? Что? Я тебя люблю. Всё. Эй! Шо? Опять? Видно, не судьба, видно, не судьба. А мы переходим к следующему заданию. Написала его Адиса Дымаева. Выбери в магазине с закрытыми глазами вещь, потом подари ее своему подписчику. Надеюсь, заметишь лавки. Так, Адиса, ну окей, погнали в магазин питомцев. И до какого питомца попадет мышка, того я и куплю. И подарю своему подписчику. Погнали. Так что, ребята, я сейчас закрываю глаза, немножко кружу. И сейчас вот этой мышкой я наведу на какого-то питомца, надеюсь, и его куплю. Так, кто это? Что такое? Кто это? А, нет, кицуне, это была кицуне. Вот здесь была кицуне, но давайте еще раз на всякий случай. Кружу, верчу. И сейчас вот это, кто будет питомец, того я и куплю. Так, кицуне все равно, ребята, рядом было с кицуне. Так что мы сейчас покупаем кицуне, и эту кицуне мы подарим нашей подписчице или подписчику. Все, покупаем. Я зашла на сервер со своей кицуне, и сейчас я пойду на центр, и вот кого первого самого встречу, тому и кину трейд. Так, эта девочка, наверное, Ева, она пишет, ты где? Да, ребята, эта девочка, это, наверное, моя подписчица. Первая девочка, которую я увидела, сейчас я ей даю трейд, Еве, вот она вот такая милашка. Все, это тебе. По заданию моей подписчицы я выполняю и тебе дарю. О, ребята, она радуется, говорит, о май гад. Это так приятно и мило, так что, ребята, я думаю, ей этот подарочек очень нравится. Принимай, это тебе. Все, ребят, я выполнила задание. И подумаю, ну какой же молодец. А я перехожу к следующему заданию. Возьми любого ребенка и кинь его в реку. И если у ребенка реакция будет хорошая, подари ему флай-зелье. По скриптум, надеюсь, заметишь. Шоколада Милка, ничего себе у тебя задание, бедный ребенок, которого я возьму. Тут Даша пишет, тогда это надо делать с левого ака. То есть, если ребенок увидит, что это рил женяша, конечно, он хорошо отреагирует. В общем, ребята, я сейчас зашла на другой аккаунт и пойду искать ребенка. Это, конечно, очень жестко, ну, посмотрим. Так, это ящерица, ребята, Анфиса ее зовут, ты моя доченька. Ребята, я взяла какую-то девочку, сейчас мы посмотрим на ее реакцию. Анфиса 76-677. Так, Анфиса не хочет, убегает с моих рук. Анфиса, пойдем. Анфиса не хочет. Я доведу это дело до конца, что бы ни случилось. Ребят, конечно, жестко кидать детей в реку, но что поделаешь. Давайте попробуем. Вот засов с Дианы какая-то девочка. Сейчас я ее беру. Мы бежим на мост. Ребят, это жестко на самом деле. И сейчас я ее кидаю. Опа! Сейчас мы посмотрим на ее реакцию, что она скажет. Так, Диана плывет, но ничего не говорит. Мы стоим здесь, ребят, ждем ее. Она бежит, ребята. Мы Диану бедную кинули. Мне жалко ее. Она ко мне подошла. Ты, по-моему, перепутал. Так, она мне что-то хорошее пишет или плохое? Ребят, мне кажется, что она что-то плохое написала. Диана, прости меня, пожалуйста. На самом деле, мне дали такое задание. Прими трейд, и я тебе дам флай-зелье, потому что, ну, хоть ты, не знаю, как ты отреагировала, но я тебе его дам. Держи, потому что мне, на самом деле, очень даже жалко стало, что я кинула ее в реку. Ну, задание, конечно, жесткое, ребята, так что я выполнила его. Мне кажется, все равно Диана не очень рада, что я так сделала.
А я перехожу в следующее делать задание, и его написала Даша и Грейс вперед. Задание. Подари бомжу Fly и Ride Frost Fury. Пожалуйста, заметь. Я ее заметила, ребята. Это, конечно, очень интересно. Нам нужно будет найти какого-нибудь бомжика или бомжичку и подарить Fly и Ride Frost Fury. Будем загонять. Вот с этого момента поподробнее. Ну, окей. Идем искать бомжиков. Плиз, Пэт, она говорит. Вот, ребята, я нашла девочку бедненькую, маленькую, которая просит очень сильно питомца. Эта девочка мне кидала трейд. Так, все, мы сейчас ей кидаем Fly и Ride Frost Fury. Так, принимай. Все, я отдала ей этого питомца. Что наша Дарина будет говорить? Она радуется, ребят, она радуется. Ребята, ты дальше сидит, бомжует. Я ей дала Fly, Ride, Frost, Fury. Она дальше сидит. Ребята, некоторые бомжики, ну реально, они не меняются. Они дальше будут сидеть и бомжевать, и также просить питомцев. Не слушай никого, кто скажет, будто ты чего-то не можешь. Даже меня. Так, ребята, вот такая реакция, девчонка дальше сидит и не встает. Переходим к следующему заданию. Валентина, Валентинка нам пишет сделать мега-легу. Ребята, я уже давно очень сильно хочу сделать мегу альбиноса, вот эту прекрасную макаку. Сейчас мы пойдем и сделаем прямо в этом видео мегу альбиноса. Гоу, погнали! Заходим в пещеру, где делают мега питомца. У нас альбина монки полностью все прокачаны. И, ребята, это уже лимитный питомец, которого уже только можно, если только затрейдить. Примерная цена на этого питомца на мегу 6500 до 8000 рублей этот питомец стоит в меге. Но мы сейчас сделаем мегу и посмотрим, какими цветами она будет светиться. Второй питомец, третий альбиносик и последний. Сейчас мы поставим и увидим, как выглядит мега макака. Очень дорогой питомец и... О май гад, какие у нее цвета классные. Вау, ребята, она у нас была белая, а мега светится разными цветами. Фиолетовые, розовые. Вау, какие красивые цвета. А также, ребята, я вас попрошу написать в комментариях, понравилась ли вам мега альбина Монки. А у нас следующее задание от Dalfos Roblox. Подойди к какому-нибудь человеку и скажи «мышка-сосиска» 10 раз. Так, гоу, хорошо, сделаем сейчас. Я буду на другом аккаунте это делать. Так, мы нашли девочку, и около нее я буду сейчас писать «мышка-сосиска» 10 раз. «Мышка-сосиска». 3. Десять. Так, она стоит, ничего не пишет. Она исчезла с сервера, ребят. Ну, давайте еще попробуем. Вот тут девочки как раз в чате общаются. Сейчас проверим их реакцию, когда я буду им писать. Тум-тичи, тум-тум-тичи, мышка-сосиска, тум-тичи. Так, она с кепочкой говорит, смешно. 6, 7, 8, 9, 10. Она мне пишет, смешно очень. Да, очень смешно. Она меня троллит, ребята. Ей не смешно, конечно же. Хочешь мышку-сосиску? Мы вот этой Кристиночке посмотрим, захочет ли она мою крысу. Хочу, говорит, мышку. Скажи, мышка-сосиска, да. Ребята, она меня троллила, я сейчас предлагаю. Скажи, мышка-сосиска, и да. Так, она пишет, мышка. Посмотрим. Тум-тич, тум-тум-тич. Мышка-сосиска. Ребята, она сделала, она все выполнила, я ей отдаю эту мышку. Она сказала, что сначала не смешно, но на самом деле очень даже смешно. Так что держи, Кристиночка, вот эту мышку, это для тебя. Рил дала, говорит, спасибо. Да, я же не обманываю, конечно. Ты видео женяши, у меня было такое задание. Она говорит, вот тебе мышка-сосиска. А у нас следующее задание от Ксю С. Крутая идея делать такие челленджи, да? Но тогда вот тебе задание. Подари разных пэтов 5 людям на сервере. Ребята, это уже интересно. Вы, кстати, очень много в заданиях дали мне, чтобы я подарила питомцев ребятам на серверах. Ну что ж, ребят, 5 питомцев мы сейчас очень быстро подарим. Ну и, конечно же, соответственно, посмотрим на реакцию, как ребята будут реагировать. Так, вот я вижу хулиган. Смотрите, какой хулиган. У него Эль Шрем, привет. Хулиганы. Давайте мы ему кидаем трейд. Чувак, ты что не принимаешь? Принимаешь шибаину, если мы можем ее подарить. Это тебе. Так, смотрим первую реакцию пацанчика.
трейд не хотел принимать, вот Шибаину получил. Ребят, ну короче, он на меня не обращает внимания, обидно. Ну ладно, не будем его трогать, вот ему питомца подарили. Вот у девчонка Сонечка 1, 2, 3, ум. Давайте мы сейчас скинем трейд. И, ребята, я сейчас подарю какого-то легендарного питомца. Вот, я ей единорога подарю. Просто так, давайте. Она мне дает снеговика. Ну, неплохо, это вот питомца тоже уже нет в игре. Все, принимай. Да, ребята, единорожку достала. Смотрите, убегает. Осчастливили девчонку, дали флай рать питомца. Все, няшка, посмотрите, какая она красивая. Вот, плиспэт, ребята, смотрите, тут какой-то бомжик сидит. Давайте мы сейчас. У нее ник принцесс 7773. Он говорит, это исполнит мечты всей жизни. Так, ребята, давайте я сама как бомжик выгляжу. Сейчас мы бомжику подарим. Ну и, конечно, соответственно, посмотрим. Мне многие писали, ребята, в комментариях задание, что подари бомжику какую-нибудь легу. Мы, ребята, сейчас ей подарим золотого единорога Flyride. Это уже будет третий у нас питомец на этом сервере. И мы сейчас ей отдадим. Так, питомец очень классный. Тем более, если она бедненькая, у нее мало питомцев, то этот питомец для нее будет прям очень-очень крутым. Так, принимай. Ого, она говорит. Она сказала спасибо. О-о-о. Тебе, говорит, не жалко, говорит, для бомжа. Нет, не жалко. Так мило. Вы такие няшки. Обожаю. А вот у нас еще девчонка ходит. Я милашка. Давайте сейчас мы я милашка вот подарю питомца. Привет, я милашка. Вот такого легендарного. Так, принимай. Трейд прошел, ребята, четвертый питомец уже. О, ребята, класс. Сонечка на единороге. Эта девчонка мне смайлики кидает. Вау, классно. Ну я рада. О, вот смотрите, вот я вижу девочку, у которой много разных питомцев в мечтах. Она мечтает о единороге, крокодиле, о змее, о черепахе, о пчеле, о панде, о кролике, о осьминог. Я, наверное, ей подарю крокодила. Мы подарим крокодила. Это тебе. Все, мы отдаем ей редкого питомца Flyride крокодила. Есть у нее мечта? Принимай. Я сделаю, говорит, тебе подарок. О боже, ребята, эта девочка прям, смотрите, какая она благодарная. Я, конечно, в шоке. Спасибо, говорит. Мне было задание от подписчиков подарить 5 питомцев. Я очень быстро это сделала прям сразу на сервере. Ребята, классно делать задания. Мне очень нравится. Так что пишите свои комментарии, какие бы задания вы хотели бы, чтобы я еще сделала. Ребята, с вами была Женяша. Ставьте лайки. Жду ваши новые задания под этим уже видео. И совсем скоро, завтра или послезавтра, я буду снова снимать новые задания на серверах. Пока, котики! Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Конец. Эту фразу услышат только лучшие люди планеты. Подпишись, поставь лайк, если тебе понравилось. Это важно. Слышишь? Это важно. Подпишись, кисуля. We'll be right back.